В этом году дом Г-14 стал объектом, где фонд капитального ремонта весной начал работы по утеплению фасада и современной облицовке стен здания плиткой керамогранит. Благодаря настойчивости, я понимаю, поддержке фонда капитального ремонта непосредственно Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в этом доме в том числе предполагается замена входной группы и окон в самих подъездах. Поэтому будет показательный, надеюсь, объект, соответственно, и дальше будем ровно так же по другим объектам отрабатывать. В доме Г-14 жильцы постоянно жаловались на холод и сырость в квартирах. Причиной потери тепла были некачественные межпанельные швы. Было очевидно, что одна из ключевых мер при ремонте данного дома – реконструкция и утепление фасада. Применение такого решения при реконструкции жилого здания существенно повысит его энергоэффективность, что позволит соответствовать современным требованиям по теплозащите. Пообщались с бригадой, то, что работы ведутся в сроки, соответственно, предполагается до конца сентября работы завершить. Есть определенные проблемы на данном этапе, это перенос газовой трубы, на что жалуется, получается, подрядчик фонда капитального ремонта. Этот вопрос мы возьмем на особый контроль, потому что действительно надо использовать благоустроительный период для проведения этих работ. Других проблем, в принципе, нет, даже жители реагируют положительно, несмотря на то, что ведется определенный там шум при проведении работы, все прекрасно понимают, что это на благо. В ходе рейда Алексей Воробьев осмотрел дом Г-14, проверил, как подрядная организация выполняет работы на объекте, ознакомился с видами и характеристиками материалов, которые используются для утепления фасада, пообщался с жильцами дома. Я так понимаю, что было очень холодно, потому что дом, в принципе, старый, и внешне уже он некрасивый. А проблемы, да, я думаю, что продували, дыры здесь были. И плесень, все и прочее было. А сейчас надеюсь, что с утеплением и с облицовкой все эти проблемы решатся. Ну, по крайней мере, многие. Если говорить о облицовке дома, то, конечно же, они нужны, потому что внешний вид города – это наше лицо, в первую очередь. Если больше будет таких красивых домов, я так понимаю, по плану я видела картинки, было бы замечательно. Если бы каждый дом так сделали, было бы уютным, милым, всегда бы приезжали бы к нам гости бы и знали бы о нем многие. На сегодняшний день ремонт и утепление фасадов наряду с заменой окон и коммуникаций входит в перечень работ, проводимых по действующей программе капитального ремонта. Благодаря активной позиции собственников Г-14 в скором времени в квартирах жителей снова станет тепло, комфортно и уютно. Татьяна Смирнова, Андрей Михайлов, Дмитрий Строкань, ТВ Спущино.